Всем привет! Привет, друзья! Мы братья Зиненко, создатели комикса «Счастливого конца света». Мы здесь для того, чтобы рассказать, что такое «Счастливого конца света» и что вас ждет в первом сингле. «Счастливые концы света» родились в 2012 году. Эта идея появилась из-за того, что нам обещали конец света, все бегали в панике за гречкой, и мы подумали, это очень комичный момент. И нам захотелось рассказать об этом историю, которая не была бы просто проходной, а она была бы какой-то важной, она была бы важной для нас, отражала наши мысли, наши страхи, наши идеи. И на тот момент мы хотели понять, кто мы, чем мы хотим заниматься, чем мы не хотим заниматься, как жить в этом мире, который постоянно меняется, в котором постоянно происходят концы света. И что странно, с годами эта тема стала еще более актуальной. Из-за того, что концы света происходят постоянно, на Землю нападают разные монстры, происходят разные катаклизмы, мы подумали, это прикольно, мы можем постоянно придумывать какие-то новые условия и показывать, как меняется этот необычный, сюрреалистичный, комичный мир с каждым разом. И это, конечно же, дает полет для фантазии и во многом помогает нам рассказывать историю. И мы подумали, что стоит начать историю в основе положить персонажа такого, как Оливер, который сидит в своем собственном мире и не знает о том, что происходит постоянные концы света. Да, он играет в видеоигры, смотрит сериалы. Он хочет изменить свою жизнь внутренне. Он понимает, что нужно что-то менять, но не решается с одной стороны. С другой стороны, он не знает, с чего начать. Пока не начинается череда событий, которые приводят его к таким перемен. Изменениям. И он встречает персонажей таких, как Софи. Это девушка, которая ищет свою сестру, которую похитила секта, и Аманду, маленькую девочку, которая хочет отправиться к своим родителям, которые живут чуть ли не на другом конце света. И все эти встреча, да, как будто бы случайная, но в то же время она становится такой толчком, такой причиной для того, чтобы начать это невероятное приключение. Все персонажи себя, да, такие разнообразные, они пытаются друг другу немножко заполнять то, чего им в жизни не хватает, и друг у друга учиться чему-то новому. Нас многое вдохновляло, мы любим Футураму, Симпсонов, Аватара Анга, мы любим различные сериалы, и мы уже понимали, какой будет формат, что в нем будет экшен, в нем будет юмор, в нем будет мудрость. Фантастика будет... сверхъестественная. Первый выпуск уже здесь, уже на прилавках. Жила, да? Вы уже можете погрузиться в мир счастливых концов света. Комикс есть и в комикс-шопах, и в книжных магазинах. Если нет, вы можете прийти и сказать: ребята, привезите нам счастливые концы света, в конце концов. И, конечно же, получить свой экземпляр, прочитать, оставить нам отзывы, сказать, что вам понравилось. Нам бы было интересно услышать это все. Мы приправили там дополнительными историями, дополнительными артами. И чтобы больше погрузить вас в мир счастливых концов света. Ждем вас всех в гости к себе. Всем отличного настроения, всем хороших дней и только счастливых концов света. Увидимся. Пока. Не пропусти следующие концы света. Подписывайся на нас там, где удобно тебе. Все полезные ссылки мы оставили под этим видео.